На стадионе «Текстильщик» прошел муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований среди школьников – президентские состязания. Чтобы стать победителем, ребятам необходимо было показать хороший результат не в одной дисциплине, а сразу в нескольких. По итогам состязаний определились победители, которые продвинулись на следующий этап соревнований. В президентских состязаниях оценивался общий результат школьной команды, но победа зависела от каждого участника. Бегать, прыгать, отжиматься, качать пресс на этот раз должны были все. Девушки и юноши 6, 7 и 8 класса защищали свою школу. Муниципальный этап показал разный уровень подготовки ребят. Готов был тот, кто со спортом дружит с детства. Среди своих одноклассников Артем Трещин показал хороший пример физической подготовки. Его результат на перекладине – 18 подтягиваний. Я занимаюсь спортом в спортзале, потягиваюсь, бегаю, прыгаю. Ну, и вот результат мои. Испытания старались выдержать и девушки. Соперничать приходилось не только с другой командой, но и со временем, и даже с погодой. Осень в этом году не располагает для занятий физической культурой в полной мере. Самые стойкие оказались на пьедестале почета. Первые места из каждой возрастной категории завоевал 6 А-класс из 1 корпуса 3-й школы, 7 Е из 5 корпуса 4-й школы и 8 Г из 4 корпуса 4-й школы. Здесь отбирается лучший класс, который в дальнейшем поедет на областной этап. И мы надеемся, что наш город будет достойно представлен в этих состязаниях. Президентские состязания – еще один повод обратить внимание молодежи к спорту и здоровому образу жизни. В этом году соревнования среди школьников проходят под девизом «Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи». Юлия Хлыстова, Александр Колчев, новости ТВ Рассказово.